Потрясающе красивая женщина, руководитель, общественник-меценат. Имя Веры Глуховой, славой которой полнится самарская земля, давно стало брендом. Выпускница республиканской школы аранжировки цветов доказала, озеленение и ландшафтная архитектура делают жизнь в мегаполисе более комфортной. 2 года назад совместно с ГТРК «Самара» Вера Глухова провела всероссийскую зум-конференцию, где всех зрителей ждал сюрприз. Вместо традиционного монолога – познавательный проект. Теперь всем нужно подтягиваться, и тем нужно теперь дотягиваться до этого, я думаю, уровня, потому что это работа команды получилась. Бизнес-леди, предприниматель года, звезда Самарской губернии. За плечами сегодняшней именинницы десятки званий, сотни наград и тысячи реализованных проектов. Вера Викторовна принимала участие в строительстве культурно-православного центра в Палестине. И все же ее сердце принадлежит Самаре, городу, многие уголки которого украшены ее заботливыми руками. Среди объектов, которые преобразились талантливыми мастерами центра Веры Глуховой, значится Иверский монастырь, храм Жен Мироносец, госпиталь ветеранов войн, сквер в поселке Курумыч и многие другие. Галина Иванова, Вести Самара.